Весна в душе и на сцене. В Театре оперы и балета подвели итоги областного конкурса «Студенческая весна». Оценила талант, а также экстравагантные костюмы участников и наш корреспондент Мария Смирнова. Раз, два, три. Карьер! Популярный обряд анонсирует несвойственный студентам-геологам ритуальный танец. Непривычно и реакция парней. Позирует, не стесняясь откровенных костюмов. Очень комфортно, все свободно. В принципе, мне нравится. Дисочки резали, шивали. Юбочки тоже мы шили. Девочки. Вот это тоже мы вырезали все. Мама, я летчика люблю. Образование. Мама, я за летчика пойду. Напротив, словно опасаются за честь мундира летчиков, щепетильны к внешнему виду курсанты Краснокутского летного училища. Каждый летчик должен быть опрятный, побритый. Вы что, без этого никак, чтобы чисто все было. Рубашки, глажены, все, чтобы... О, особенно обувь. Обувь – это визитная карточка мужчины. Их визитная карточка на этом гала-концерте – рапсодия британской рок-группы Queen. Кавер-версия в исполнении курсантов стала одним из лучших номеров студенческой весны. Сегодня в Театре оперы и балета подводят итоги областного фестиваля. За региональной студентов ждет всероссийская студвесна, которая пройдет в Кремле. Фестиваль выходит на новый уровень. Это уже показатель того, что программа «Студенческая весна» уже давно вышла из формата, так скажем, самодеятельности. Это правда искренне потрясающие эмоции, то, что мы довольны, скачем, просто прыгаем от счастья. Самое главное – это выступать для себя. Главное, чтобы тебе это все нравилось и чтобы ты развивался в этом направлении уж. Вообще «Студенческая весна», мне кажется, это лучший период в учебном году. Потому что он дает столько эмоций, что прям... Получили третье место в фестивале «Студенческая весна». Конкуренция серьезная. А вот гран-при музыкального направления в Красный Кут увезут курсанты-летчики. Жюри не устояло перед голосом и формой. Ну вы сегодня вот, если будете записывать в зале, когда они будут выступать, особое внимание уделите вот реакции зала после их выступления. Они всегда на ура. Наших мальчишек всегда на ура принимают. Проверяем. Реакция зрителей превосходит ожидания. Браво! Мария Смирнова, Олег Бирюков, Саратов, 24.